Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале о вязании. Сегодня наше видео будет посвящено обзору готовых мастер-классов. Это изделие сейчас как раз на межсезонье, на осень-весну, из пряжи пух норочки и из ангоры. Все мастер-классы есть у меня на канале, все в открытом доступе. Я все ссылки на эти мастер-классы оставляю под видео, чтобы вы их не искали, это более ранние мастер-классы. То есть, если вам понравится какая-то модель, вы можете вот под видео на ссылочку нажмете и сразу можете приступать к вязанию. Так, это изделие у меня из пуха норки. Легкие беретики, повязки, митинки, шапочки вот на осень, на межсезонье. Итак, давайте начнем. Один из самых популярных мастер-классов, который есть на моем канале, это мастер-класс вот на такой облегченный берет из пуха норки. Так, связан он у меня в две основные и одну дополнительную ниточку. Вот с таким очень красивым краем, облегченный. К этому берету отлично подойдут вот такие облегченные митинки. Также связаны в две ниточки. Обратите внимание, здесь без резинки края. Отличный комплект. Вот так смотрятся они на руке. Так, давайте далее. Так, это я вам показала. Дальше есть мастер-класс вот на такой беретик. Платочной вязкой связан, с резиночкой. Тоже отличный вариант на осень. Далее. Также самый популярный мастер-класс – это каточепчик. Он также сейчас в моде. Я вязала его, то есть он у меня есть мастер-класс на вот этот вот каточепчик, но обвязка у нас идет здесь шнуром I-cord. И также я вам предлагаю сделать обвязку, тоже там есть отдельный мастер-класс. Это платочная вязка, то есть как в начале вязания, да, мы оформляем край изделия, так и завязочки. Можно сделать вот либо платочная вязка, либо шнурочком. Как вам нравится. Ссылки прикрепляю. Также это очень пушистые такие изделия. Ну, они, в принципе, облегченные. Но вот этот вот каточепчик, он и на зиму очень круто смотрится под пуховик. Ссылки прикрепляю. Так, далее мастер-класс есть вот на такую шапочку бини с очень подробным расчетом, как вам рассчитать на свой размер головы. Шапочка без отворота, можно также связать ее и с отворотом. Так что мастер-класс есть. Я думаю, справится даже новичок. Делайте свои расчеты и свяжите. Очень просто. Так, далее. Также у меня есть мастер-класс вот на такие повязки. Вот эти вот повязки у меня связаны из пуха норки. Вот эта двойная, она такая вот теплая получилась. Бесшовная. Здесь очень красиво скрепляется она, без шва абсолютно. Тоже здорово на осень. К ней можно связать в комплект митинки. Также мастер-класс у меня есть на них. Митинки можно связать как из мериносовой шерсти, так и из пуха норки, ангоры. Здесь край резиночкой у нас заканчивается и также на большом пальце. Так, сейчас мы их примерим. Так, нитку я не скрепила. Вот такие облегченные, очень комфортные митинки. Либо можно связать из мериносовой шерсти. Так, далее. Это повязка гладью у меня выполнена. А вот это повязка жемчужным узором. Какой вам больше рисунок нравится, либо классика. Либо немножко вот такой он ненавязчивый, в принципе, тоже хорошо смотрится. Здесь попроще, здесь мы сшиваем края. Но вот этот вот шов абсолютно он не чувствуется, он не доставляет дискомфорта. Но здесь попроще навяжется, в принципе, эта повязка. Здесь на большой размер головы она связана. Так, также можно связать повязку пышной резинкой. Эта модель связана у меня из кашемира. Также метраж 50 граммах 350 метров, как у пуха норки. То есть вы с легкостью можете связать и из пуха норки эту повязочку. Ну, либо
из кашемира, в том случае, если вы не любите изделия пушистые. То есть вот тот же метраж, и вяжется она очень-очень просто. То есть также здесь шов делается, и также комфортно она сидит, не давит и абсолютно не чувствуется. Расход тут минимальный по пряже. Ну вот, в принципе, здесь есть выбор для вас, что вам больше нравится. Гладью, жемчужным узором, либо пышной резинкой. Вот такие мастер-классы. Они все доступные, все с открытым доступом. Все ссылки я прикрепляю. Так что вяжите с удовольствием. Я думаю, вы себе обязательно что-то присмотрите. Всем всего доброго, ровных 7 петелек и до новых встреч!